Короче, шимпанзе придумали и используют для общения между собой более 1000 обезьяньих слов. Примерно столько в день нужно обычному человеку. Исследования проводились в национальном парке Таи в Кот-д'Ивуаре. Ученые сделали 5000 записей. Речь обезьян оказалась похожа на хрюканье, мычанье и скулеж. Шимпанзе умеют составлять слова в сложные предложения, но расшифровать, о чем говорят обезьяны, ученые пока не смогли.